Сегодня день явления Шримати Радхарани. Это самый главный, самый знаменательный день для всех Гауди Вайшнавов и для всех последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, последователей Шрилы Прабхупады. Вместе с тем, это самый сложный день для обсуждения, самое сложное событие. Событие, которое в Священное Писание, Шримад Бхагаватам, в первую очередь, обходит глубоким молчанием. И оно раскрывается нам по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, по милости Шрилы Прабхупады, в их словах, и даже более важно, чем в их словах, в их делах и поступках, и в их безраздельной преданности.
И поэтому я, честно говоря, не знаю, как я оказался здесь перед вами, на Висасане, что само по себе уже является весьма, как сказать, даже слова не подберу. Каждый, кто здесь окажется на этом месте, я думаю, поймет, что я имею в виду, и тоже не сможет подобрать слово. Не говоря уж о том, что... Спасибо, что пришли тоже. Не говоря уж о том, что говорить о чем, о что-то на эту тему, на тему Радаштами, явления Шримати Радхарани. И еще одно важное обстоятельство заключается в том, как Нарасимха Лока Прабху уже сказал, что я на самом деле принадлежу Даятри. И очень многие присутствующие здесь, это мои старшие преданные, по обе стороны аудитории, с этой стороны, с этой стороны. И говорить перед ними что-то на духовную тему, открывать перед ними рот, для меня очень волнительно и стыдно. Поэтому я заранее прошу прощения их и благословения вместе с тем, за то, что осмеливаюсь говорить что-то перед ними, потому что все то, что я могу сказать и могу вспомнить, повторяя, может, без особого понимания, просто вложено ими в меня. И вот все то, что удержалось и не протекло насквозь, я могу предложить им теперь в форме моего, моей благодарности и выражения моей признательности им за их примеры, за их заботу. Гаргачарья Прабху, Шринатаджи Прабху. Многие другие вайшнавы, вайшнавы, которых я очень знаю, очень люблю, и которые, собственно говоря, все, для меня все. Вот если как-то можно сформулировать секрет успеха в духовной жизни, и даже этот успех, секрет успеха в духовной жизни, Ишварапури Прабху, разумеется. Патриарх из патриархов. Даже этот успех в духовной жизни я не понял сам, а просто повторяю, как я его услышал и как я его прочувствовал. На собственном опыте я слышал одну из лекций удивительного вайшнава, которого звали Стока Кришна Прабху, зовут Стока Кришна Прабху, я думаю, до сих пор в духовном мире ученик Шрилы Рагнанаты Махараджи, который, несмотря на свою юность, и кто-то может подумать, малоопытность, в последние несколько месяцев своей жизни проявил глубину духовного понимания такую, что все те лекции, которые он, лежа на смертном одре уже и страдая от очень тяжелой болезни, мог произносить в течение 10-15 минут, на больше ему не хватало сил. Это самые сильные, самые глубокие лекции, которые я когда-либо слышал. Они были наполнены живым, глубоким опытом. Опытом, который невозможно извлечь из сотен томов, книг, прочитав и даже запомнив их всех наизусть, но который обретается по милости духовного учителя вайшнавов, как он сам говорил своему духовному учителю Шрилы Рагнанаты Махараджи об этом. Рагнанат Махарадж приходил к нему, к его кровати, в больнице, и гладил его по голове, улыбался и говорил: «Стока Кришна Прабху, что ты хочешь? Хочешь ли ты уйти в духовный мир, и там тебя встретят великий преданный из ИСКОН? Шрила Бхакти Тирта Махарадж будет там, как раз недавно шел до этого». И Стока Кришна Прабху, просто смотря на него с беспредельной преданностью, улыбаясь своей удивительной улыбкой, говорил: «Я просто хочу быть вашей собакой». И Рагнанат Махарадж, улыбаясь ему очень глубокой улыбкой, созвучной его настроению, говорила: «Тоже собака». И вот они, два вайшнава, так говорили друг с другом. Вот это преданность. И Стока Кришна Прабху в этих немногих лекциях, которые остались нам, они остались в записи, они даже переведены на русский язык, в одной из лекций он произнес этот секрет духовной жизни. Он сказал, и он перечислил несколько имен. Он сказал: «Дорогие Кришна Чандра Прабху, дорогой Шринатаджи Прабху», там другой Шринатха же есть в Ятре, в Чхопати, «дорогие Говинда Прабху, Шишаштакам Прабху, Радхагопинат Прабху», он перечислил несколько имен. И он сказал очень простую вещь, он сказал: «Я люблю вас больше жизни и боюсь больше смерти». Настоящий радаш. Это преданные так научились, да, или это по времени, да? Когда общество вайшнав для нас является всем, и когда наш успех в духовной жизни, наше понимание цели в духовной жизни, и даже наша, как сказать, идентичность, кто мы в духовной жизни, все это истолковывается, выражается вот в терминах наших взаимоотношений с преданными.
И когда для нас совершенством не изобретать что-то является, не изобретать что-то новое, не вычитывать что-то, что может, чем можно воодушевить или впечатлить, или поразить аудиторию, а когда совершенство нашей жизни является глубокой верой, просто повторять слова всех преданных, по чьей милости мы можем называться, или по крайней мере надеяться когда-то начать называть себя вайшнавом, и по чьей милости мы можем продолжать их миссию, помогать тем, кто сейчас пришел и смотрит на нас так, как мы смотрели все время на них. Поэтому вот с этим небольшим предисловием я хотел бы еще раз поблагодарить эту ятру. Слово «ятра» для меня не просто некий собирательный образ вайшнав, но под этим словом я понимаю всех их и каждого в отдельности. Я очень благодарен им за их заботу, за их терпение. Иногда спрашивают, как старшие преданные проявляют смирение по отношению к младшим. Понятно, как по отношению к старшим мы проявляем смирение, да? То есть мы просто служим, смиренно служим, слушаем их и слушаемся, что неотделимо одно от другого. По отношению к равным еще как-то можно тоже смирение проявлять. Но как проявляется смирение по отношению к младшим? Ответ очень простой. Младших терпят смиренно. Терпят их недостатки. И продолжают одаривать их, несмотря на их недостатки, милостью. Однажды Шрила Прабхупада получил письмо от одного своего ученика. Очень старший ученик. До сих пор один из самых старших саньяси в нашем движении. Он принял саньясу Шрилу Прабхупаду, и Прабхупада послал его, как всех других своих учеников, послал его проповедовать. Не просто куда-нибудь недалеко, в пригород Санкт-Петербурга. Он послал его в Японию проповедовать, из Америки. И там он проповедовал с другим духовным братом своим, с другим саньяси. Но так или иначе, они не сошлись с ним характером, и на это были объективные причины. У второго саньяси был реально такой крутой, и очень сложно подающий терпению характер, такое бывало в те времена. И этот Махараши, о котором идет речь, написал письмо Шриле Прабхупаде, сказал: «Дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, не могли бы вы разрешить нашу ситуацию? Я уже не могу. Он вот такой, такой, такой». И он много разных вещей перечислил, которые каждая, одна из них в отдельности, была бы, в принципе, основанием, чтобы больше никогда с этим преданным не общаться. И Шрила Прабхупада написал, и преданный сказал: «Пожалуйста, увольте, либо я уеду куда-нибудь, либо он должен куда-то уехать, но я не могу с ним больше проповедовать». И Шрила Прабхупада написал в ответ письмо. Он сказал: «Дорогой такой-то, такой-то Махарадж, я понимаю, сложная ситуация. И я понимаю, что характер вот от того преданного, о котором идет речь, не подарок, и что тебе действительно очень сложно. Это объективная трудность. Но ты вайшнав. И природа вайшнава — терпеть, быть очень смиренным. Тринада Писа Уничина, Тарора Писа Хишнана. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, терпи его так же, как я терплю тебя». Так проявляется терпение по отношению к младшим. И поэтому с этим предисловием, с выражением моей благодарности с тем старшим преданным, которые, надеюсь, продолжают меня благословлять, мы хотели прочитать несколько слов, просто повторяя очень точно. Есть темы, знаете, которые мы, в принципе, можем объяснять своими словами. Какие-то вещи, которые мы сами усвоили на собственном опыте, особенно касающиеся трудностей материальной жизни. Вот каждый может, в принципе, хорошую лекцию прочитать о трудностях материальной жизни, не заглядывая ни по какую шастру. Не нужно ссылаться там на список трудностей. У каждого он есть, но уже пережитое. Но есть темы, которые просто мы должны очень тщательно следовать слово в слово, след в след, по стопам предшествующих ачарьев, чтобы, не дай Бог, не сказать чего-нибудь не того. Как раз сегодня есть такая тема, поэтому я постараюсь, насколько возможно, просто повторяя слова предшествующих ачарьев и предшествующих преданных, которых я слышал, передать то, что говорили они, и надеяться, что это будет самым совершенным подношением Шримати Радхарани и ее дорогим преданным в этот день. Поэтому мы прочитаем сегодня комментарий Шрилы Прабхупады из второй песни Шримад Бхагаватам, 7 глава, текст 53. Я подумал, что он очень актуален для сегодняшнего дня, и не буду объяснять почему, потому что это станет очевидно. Итак, это текст 53, я прочитаю сам санскрит, затем прочитаем перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Mayam varnayato musya ishvarasya namodata srinvata shradaya nityam mayayatmanamuhyati
Перевод. Деяния Господа, связанные с Его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать. Слово «оценивать» не совсем корректно в русском переводе. Нужно слово «appreciate», наверняка там упоминалось в английском. Это означает проникаться ценностью, скажем так. Описывать, проникаться ценностью этих повествований и слушать, следуя наставлениям Верховного Господа. Делая это постоянно, с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Научный подход к изучению какого-либо предмета в корне отличается от сентиментального отношения фанатиков. Фанатики и глупцы иногда считают, что деятельность Господа, связанная с Его внешней энергией, недостойна их внимания и мнят себя избранниками, имеющими доступ в царство Его внутренней энергии. Но на самом деле деяния Господа, связанные с Его внешней энергией, так же величественны, как и Его деяния, связанные с внутренней энергией. Более того, тем, кто еще не полностью освободился от пут внешней энергии Господа, рекомендуется регулярно и с благоговением слушать повествования деяний Господа, связанных с Его внешней энергией. Тем, кто еще не полностью освободился от пут внешней энергии Господа, рекомендуется регулярно и с благоговением слушать повествования о деяниях Господа, связанных с Его внешней энергией. Лишь по своей глупости они переходят к повествованиям о деятельности Его внутренней энергии, внушив себе, что их интересуют только такие проявления внутренней энергии Господа, как Его раса лила. Самозванные чтецы Бхагаватам очень любят рассказывать о деятельности внутренней энергии Господа, а псевдопреданные, поглощенные материальными чувственными наслаждениями, ведут себя так, как будто достигли уровня освобожденных душ, и потому падают еще ниже, все больше запутываясь в сетях внешней энергии. Некоторые из них думают, что слушать обрывок Господа значит слушать повествование о Его развлечениях с гопи или о том, как Он поднял Хомгавардана, и с пренебрежением относятся к полным экспансиям Господа, Пурушаватарам, и их играм в процессе сотворения, поддержания и разрушения материальных миров. Однако чистые преданные понимают, что между играми Господа в расы лили и Его играми в процессе сотворения, поддержания и уничтожения материального мира нет никакой разницы. Более того, описание деяний Господа в образе Пуруши Аватара предназначено именно для тех, кто запутался в сетях внешней энергии. Описание расы лила предназначено для освобожденных, а не для обусловленных душ. Поэтому обусловленные души должны с преданностью и благоговением слушать повествования об играх Господа, связанных с Его внешней энергией. И для них это занятие будет столь же благотворно, как для освобожденных душ слушать расы лили. Обусловленная душа не должна слепо подражать освобожденным душам. Господь Шри Чайтанья никогда не позволял себе слушать рассказы о расы лили Господа в присутствии непосвященных. Шримад Бхагаватам представляет собой науку о Боге, и первые 9 песней этого произведения подготавливают читателей к восприятию 10-й. Более подробно это будет объяснено в последней главе 2-й песни, а еще подробнее – на страницах 3-й песни. Таким образом, чистый преданный Господу должен начинать слушать, читать или слушать Шримад Бхагаватам с самого начала, а не с 10-й песни. Некоторые так называемые преданные несколько раз просили нас приступить сразу к 10-й песне, но мы всякий раз отказывали им, поскольку хотим представить Шримад Бхагаватам как науку о Боге, а не превращать его во фривольное произведение, написанное для удовольствия обусловленных душ. Такие авторитеты, как Шри Брамаджи, запрещают делать это. Читая и слушая Шримад Бхагаватам как научное произведение, обусловленные души смогут освободиться от влияния иллюзорной энергии, основанного на чувственном наслаждении, и постепенно достигнут высот трансцендентного знания. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 7 главе 2 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Регулярно приходящее воплощение Господа и их особой миссии». Моя варная то мушья и шварасья мудитагам, мудатагам, шримата шрада я нитья, моя ятмана мухьяти. Деяния Господа, связанные с Его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать и слушать, следуя наставлениям Верховного Господа. Делая это постоянно, с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа. Ом агьянати мирандаси агьянанджана шалакая чакшурам милитам янатасма шри гурави намаха. Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Йена Бхутале Своям Рупа Кадам Ахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурох Шри Юда Падакамалам Шри Гурум Байшнавам Шча Шри Вилкам Сагражитам Сахаданарагунатан Витам Там Суджи Ивам
Садвайтам, Савадатам, Вариджана, Сахитам, Кришна, Чайтанья, Дева, Шри Радха, Кришна, Падам, Сахагана, Лалита, Шри Вишва, Камвитам, Сча, Хе Кришна, Каруна, Синдхо, Дина, Бандхо, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намустуте, Тапта, Кранчана, Гуранги, Радхе, Вриндаванешвари, Вришабхану, Сути, Деви, Пранамами, Хари, Прихи, Ванча, Калпатару, Вишча, Крипа, Синдхо, Бьявача, Патита нам паванивью, вайшнавидви намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Свядвайта Гадамадхара, Шивасадхи Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Нама Ом Вишна Падая, Кришна Приштая Бутали, Шимати Бхакти Виданта Свами Нитьянамине. Намасте Сарасвати Деви, Гуравани Прачарини, Нирвишеша Шуньявани Ваштету Деши Тарини, Мукам Каруци Вачалам Пангум Адгайте Ингири. Адхрипата Махам Вандешри Гурум Дина Таранам. Антаранга Чит Сахтита Даст Хаджива Шакти Бахиранга Майя Тина Кари Према Бхакти. Шри Чайтанья Чаритамрити, которая представляет собой совершенное изложение философии Гаудия Вайшнава, изложенное самим Чайтанья Махапрабху, записано Кришнадасом Кавираджем в точно таком же трансе преданности, в каком Шримад Бхагаватам был написан Шрила Ясадевой. Этот стих, приводится этот стих, в котором говорится, что у Господа есть три энергии – антаранга и шакти. Означает, что есть внутренняя энергия Господа через шакти, татастха, джива шакти, есть пограничная энергия, которую называют джива шакти, татастха, интересная энергия. Иногда возникают обсуждения среди преданных о том, что это за энергия татастха. Какая-то отдельная энергия, в которой мы стоим, на которой мы находимся. Нет, это мы и есть. И по нам проходят границы между духовным и материальным миром. Это означает, что мы сами решаем и своим поведением создаем, вернее, даже не создаем, а проявляем духовность или материальность какой-то ситуации. Потому что для Кришны разница между духовной и материальной энергией отсутствует. Шрила Прабхупада в одной из лекций говорил о том, что разница между духовной и материальной энергией для Кришны примерно такая, что для нас разница между правой и левой рукой. Они разные, конечно. И более того, в ведической традиции эти две руки используют для разных вещей, принципиально разных вещей, даже я бы сказал. И важно эту принципиальную разность поддерживать. Один раз преданный приехал, достаточно известный преданный приехал на званый обед в дом очень благородного человека, брахмана, пригласил вайшнавов, почивал их, приготовил сам просад и ухаживал за всеми. Но когда преданный во время трапезы прикоснулся к просаду левой рукой, все сразу поменялось. И он уже не был таким гостеприимным, как до этого. И этот вечер сразу завершился. Поэтому да, есть разница, но с другой стороны разницы нет. Обе руки ценны. И можно выполнять еще много разных видов деятельности этими руками. Точно так же Кришна для него, Шрила Прабхупада говорил, разницы между духовной и материальной энергией нет, отсутствует. Но по нам эта разница проходит, мы границы. И в зависимости от того, в чем мы видим счастье для себя, в чем мы определяем источник счастья, во что мы вкладываем веру, слово «вера», «шрадда» на санскрите так и определяется, или переводится «шрадда», то, во что мы вкладываем свой «шрадда» или «хард», то есть свое сердце. И татастха «джива шакти» в этом стихе Шримад Бхагаватам, в читании Чаритамриты упоминается «джива шакти». «Бахиранга майя» — следующая энергия, третья, «бахиранга майя». Внешней энергии Господа, которая называется Майя. На этом как бы можно было поставить точку или подвести черту, но читание Чаритамрита в духовном видении Кришнадаса Кавираджа Госвами завершает этот стих неожиданно. Он говорит «Тина Кары Према Бхакти». Это означает, что все три энергии, первая, внутренняя энергия Господа, пограничная энергия, вторая, и даже Майя, внешняя энергия Господа, Тина Кары Према Бхакти, все они занимаются внешним преданным служением, према бхакти, с любовью служит Кришне. И самое интересное заключается в том, что Кришна, их не подталкивает к этому.
другом очень известном стихе, который приводится в Шветашватару Панишат, если я не ошибаюсь, там говорится: «Натасья карьям каранам ча видяты, натасья маштиды викашча дрышьяты, парасья шатир видхайну шруиты свабавики гьяна вала крияча». В этом стихе говорится, что «Натасья карьям каранам» для Кришны, и Джива Госвами объясняет этот стих очень глубоко и очень актуально для нас. «Натасья карьям каранам ча видяты». У Кришны нет какой-то деятельности, обязательной к исполнению. Нет ничего, что, скажем, в отличие от нас, было бы нужно делать Кришне. У него нет никаких обязанностей. Не было бы такой деятельности, не выполняя Кришну, которую Кришна бы не чувствовал себя, чувствовал бы себя неполноценным. Поэтому это слово называется кария. Это слово, деятельность, обязательная к исполнению, называется кария. Этим отличается карма от лилы. Шрила Шридхара с вами в своем комментарии на Шримад Бхагаватам объясняет, что карма от лилы отличается в том, что карма – это деятельность из неполноты. У нас есть какие-то потребности, какие-то дыры в нашем существовании, которые все время нужно затыкать чем-то. Нужно есть, потому что есть дыра в желудке, нужно смотреть на что-то, потому что есть эти вот черные дыры, даже сказать, в глазах, потому что смотреть на какие-то формы, которые доставляют нам эстетическое удовлетворение. Нужно чувствовать, что люди о тебе высокого мнения. Это тоже огромная черная дыра. И люди фактически всю свою жизнь кладут на то, чтобы доказать другим, что они лучше, чем они есть на самом деле. И вся эта деятельность наша превращается в такую отчаянную попытку восполнить свой недостаток, свою недостаточность, неполноценность. Это называется кармой. Но лила, Шрила Шридхара с вами объясняет, принципиально отличается от этого. Лила – это деятельность из полноты. Когда, это не очень хороший пример, но Ачарьи иногда приводят такого рода, на первый взгляд, неудачные примеры, когда иллюстрируют какие-то трансцендентные темы. Как Шукадева Госвами, например, говоря о, опять же, взаимоотношениях между Гопи и Кришной, приводит пример между юношей и девушкой. Пример отношений между юношей и девушкой. Как юноша немедленно привлекается образом прекрасной девушки, как девушка привлекается образом красивого юноши. И это влечение естественно, сильно, спонтанно, невозможно его остановить и помешать ему как-либо. Шукадева Госвами, Найшхита Брахмачарий, великий трансценденталист, который вообще не видел разницы между мужчинами и женщинами, приводит такой пример, чтобы, поскольку мы видим эту разницу, мы могли понять природу, спонтанность. Это нужно сохранить. Это кама. Прабхупада говорит кама. Он дает каме очень парадоксальное определение. Что такое кама? Как мы определим кама? Можно по-разному определять кама. Кама – индрия прити, да? Атма – индрия прити. Деятельность ради удовлетворения собственных чувств. Шрила Прабхупада очень хорошее определение дает, очень отрезвляющее. Он говорит, кама – это деятельность, это ради желания, которое невозможно удовлетворить. Точка. Это кама. Но то же самое Шрила Прабхупада в своих лекциях на эту тему говорил, что кама – не что иное, как према. Просто она преображена, извращена, искажена, направлена на себя. Когда мы пытаемся наслаждаться этим спонтанным чувством стремления любви, направляем это стремление любви, эту прему, которая живет в наших сердцах, изначально нитя сида Кришна према, садика абуная, изначально совершенная према живет в наших сердцах. И Прабхупада говорит, мы просто направляем ее на себя. Мы делаем себя самих объектом этой премы. И она называется кама. Есть другое чувство. Оно тоже очень похоже на прему. С камой все понятно, она спонтанна, она бескорыстна, она постоянна, да, абсолютно естественна. Одна проблема, направлена на нас. А так была бы према. Вот немножко не хватает. И Джива Госвами в Притисандарбе так и говорит, кама – это очень похожее чувство на прему, но есть проблема, потому что кама – это эгоистическое чувство. Есть другое чувство, тоже хорошо известное нам, ну, по крайней мере, мне, не буду про вас говорить, может, вы полностью лишены этого чувства. Но есть чувство, которое называется двеша, или зависть, или мацария. Оно тоже похоже на прему. По-другому. В чем оно похоже? Кама похоже на прему тем, что оно спонтанно, естественно, бескорыстно. Мы бескорыстно себя любим, ничего от себя не желаем. И обижаемся, когда другие желают чего-то от нас. Можно бескорыстно нас любить, верно? Такие, какие мы есть. Но она направлена на нас самих, она замкнутая. Поэтому даже когда мы общаемся с другими людьми, и когда мы изображаем какую-то видимость любви по отношению к другим людям, если наше чувство к ним осквернено камой, тогда другие люди просто становятся инструментами для выполнения наших желаний, осуществления.
Они нам по большому счету не нужны. Такое чувство, опасное чувство, можно даже направить по отношению к Кришне. И Прабхупада говорит об этом в комментарии здесь. Что люди, которые просто относятся к играм Кришны как к приятному эстетическому опыту. Ну, вот так люди раньше. Я не буду сленг употреблять здесь. Приятно проводили время. Слушали о Кришне. И вот это было приятной темой, поэтому они вот просто послушали, потом занимались своими делами, расходились по домам. И Прабхупада говорил, в этом доказательство того, что слушание о Кришне бездеятельно, бесполезно из уст таких людей. Люди, которые говорят о Кришне с корыстными чувствами, желанием чем-то поживиться за счет слушателей. И люди, которые слушают желанием чем-то просто порадовать, как-то размочить свою сухую материальную жизнь. И которые потом расходятся, тот к себе, подсчитывая деньги, те к себе, вспоминая какие-то приятные моменты, интересные шутки, сравнения из этой лекции. Каждый остается при своем. Шрила Прабхупада говорил пример, идеальный пример рассказчика Шримад Бхагаватам, это Шукадева Госвами. Он, в общем, даже карманов не было. Не было, некуда было положить деньги. Он был абсолютно естественным, полностью отреченным. И каждое его слово доходило сердцем, только Парикшиты Махараджи, но только меняло его сердце, но меняло сердца всех тех, кто присутствовал при этом. Как мы на эту тему перешли? Ну, интересно. Я понял, вот это проблема. Да, и мы говорили про Кама. Здесь второе чувство, мы еще не начали про него говорить. Мацари — это зависть. С Камой понятно, она спонтанно направлена на себя. Что зависть? Зависть отличается выгодно от Камы тем, что направлена на других людей. Есть объект. Да. То есть мы не используем других людей как инструмент, есть объект. Мы также бескорыстно, совершенно беспричинно и непрерывно завидуем. И Джива Госвами объясняет, что проблема с премой, с мацари или с завистью заключается в том, что в отличие от премы, что ее отличает от премы? В отличие от премы она ищет страдания, объекта, на который она направлена. Вместо премы, которая желает радости и счастья, и которая суть ее в том, чтобы доставлять наслаждение объекту нашей любви, Кришне, в отличие от нее мацария или зависть стремится доставить страдания или радуется страданиям. Поэтому и то, и другое чувство, они являются искаженными отражениями изначального чувства, премы, чувства Кришны, которое имеет спонтанность, непрерывность, бескорыстность, и при этом направлено на Кришну. И это чувство выражается в том, что счастье Кришны, его удовлетворение, его счастье становится счастьем преданного. Шрила Прабхупада приводит во второй песне Шримад Бхагаватам цитату из Бхакти Сандарби Джива Госвами. Он очень емко в этой санскритской шлоке передает суть премы. Он говорит: «Баджанье парама пуруша сукха матра свасукатва». Према выражается в очень простом состоянии сознания. В том, что преданный счастье свое видит только в счастье Кришны. И ни в чем больше. И то счастье, которое он доставляет Кришне, становится его счастьем. Вот это и отличает прему от всех других чувств, известных нам в материальном мире. Да, так вот, мы говорили, Натасья карьям, карнам тебя видит. Мы про это начали говорить. И карья означает деятельность, обязательная к исполнению. Так вот, лила Кришны, его игры по поднятию холма Говардана, как Шрила Прабхупада говорит здесь, игры расы лилы, все другие игры во Вриндавне, и даже игры по творению материальной вселенной. Прабхупада ставит их здесь в своем комментарии на один уровень. Он говорит, что эти игры по творению материальной вселенной, игры с внешней энергией, для обусловленных живых существ, для вайшнавов, которые еще не до конца избавились от материальных наслаждений, от стремления к материальным наслаждениям, также благотворны, также живительны, как игры с его внутренней энергией для освобожденных душ. Так вот, лила Кришны – это лила, когда он из полноты своей, не желая ни от кого ничего, не действуя ради того, чтобы что-то получить от кого-то, проявляет свою естественную, спонтанную природу. И пример, который я хотел привести, я начал извиняться за этот пример, но не успел его привести. Это пример с Шаляпином, такой известный певец Шаляпин, он ехал на извозчике как-то раз. И извозчик был слегка навеселее, и он сказал: вот чем ты занимаешься, барин, как ты зарабатываешь себе на жизнь? И Шаляпин сказал: ну, я пою. И извозчик засмеялся, говорит: нет, я петь-то все мы поем, я тоже пою, когда на душе.
радостный. Я говорю, ты работаешь, чего? Чем занимаешься? И вот это человек не может понять, что пение может быть такой деятельностью. Но вот это пример того, как, это пример приводится в шастре, как человек, который находится под влиянием интоксикации, дурманящих веществ, начинает петь. Ему все равно, слушают его или нет. И если слушают, то что они думают по этому поводу? Совершенно все равно, он может петь в любых условиях, очень громко и очень долго и бескорыстно. Совершенно. Ему ничего не нужно от других. Это точно такое же состояние сознания, не сознания, но бытия Кришны, когда он переполняется этим чувством счастья и радости своей, лили, и ему ничего ни от кого не нужно. Он просто занимается лилой. Это называется, знаете, карьям, накарьям. Нет у него никакой деятельности, обязательно к исполнению. И дальше очень важное слово, которое Джива Госвами объясняет, Натасья Карьям Карана. И слово Карана очень важно. Карана означает, Джива Госвами объясняет, как инструмент. Что такое инструмент? Инструмент — это вещь, которую я использую для того, чтобы восполнить собственные недостатки. Допустим, я плохо слышу, начинаю использовать там, микрофоны, какие-то слуховые аппараты. Или я плохо вижу, одеваю очки. Я не могу говорить громко, поэтому нужен микрофон. Я не могу защитить себя от жары или от холода, поэтому использую кондиционер, например, или одежду теплую. Все это вещи являются карными инструментами, отличными от меня, которые я использую для достижения своих целей. Так вот, у Кришны нет не только деятельности, которую ему нужно делать. У него также нет инструментов, которым он пользовался для себя. Он никому не относится как инструмент. Очень важный вывод. Смотрите, каждый из нас, каждый из этих трех энергий, внешняя энергия, внутренняя энергия, пограничная энергия, все они служат Кришне с чистой преданностью, не потому, что Он заставляет их к этому. Он не относится к ним как к инструменту. Шрила Ниранджана Махарадж, когда он был здесь несколько, уже месяц назад, больше месяца назад, он в своих лекциях говорил о этой самодостаточности Кришне. Что ему никому, ничего ни от кого не нужно. Но он ведет себя по отношению к нам, каждому из нас, и к своим, ко всем дживам в Татастха Шакти, ко внешней энергии, ко внутренней энергии, так что желание служить ему само проявляется в сердце. Внешняя энергия, и мы здесь говорим уже о Шримати Радхарани, особая татва, которую Шримад Бхагаватам обходит многозначительным молчанием. Когда мы говорим о чем-то, то можно говорить о вещах по-разному. Есть так называемое прямое толкование, когда мы говорим прямым текстом. Прямым текстом говорят вещи, которые не страшно рассказать всем. Все услышат, все поймут. Или когда мы боимся, что не поймут, поэтому говорим прямым текстом. Есть вещи более сокровенные, которые говорятся, знаете, так иносказательно. Когда между людьми есть какие-то отношения, и они друг друга понимают, но никто другой не понимает. Поэтому они могут говорить намеками, говорить какими-то метафорами или сравнениями. И кажется, они говорят какие-то общие понятные слова, но ничего не понятно. Называется парокша вада, то есть иносказание. И Кришна признается в Шримад Бхагаватам Удаве, говоря, парокша вада ришая, парокша мамачарприя. Мне очень нравится парокша вада. Он говорит, я очень люблю так сказать, чтобы никто ничего не понял. Никто, кроме исключительно близких мне преданных. Они понимают все правильно. Например, когда в третьей песне Шримад Бхагаватам, это уже парокша вада, когда четверо кумаров пришли к воротам Вайкунхи, когда они прокляли Джай-Виджаю, Джай-Виджаю, получили это проклятие родиться в этом мире демонами. И когда на шум споров между ними и двумя привратниками вышел сам Господь, Он пришел к этому месту событий, пришел пешком, и Ачарья объясняет, что это очень знаменательная вещь также, потому что обычно он перемещается на Гаруде, но в этот раз он пришел пешком, чтобы у кумаров появился еще один повод сосредоточить свое внимание на его лотосных стопах, что он шел ними, этими стопами. И когда он пришел туда и услышал, что произошло, он как бы сразу безоговорочно принял сторону кумаров. И сказал, да, вы совершенно правы. Мои привратники поступили неправильно. Они не должны были останавливать вас, потому что вы браманы, и всем известно, что браманы самые дорогие для меня. Нет никого дороже, чем браманы. Намо браманя дэйвая. Я называю браманя дэйва. Означает, что я
божество браманов, и я также отношусь к браманам как к моим божествам. Я поклоняюсь браманам, и я также принимаю пищу через их уста. Все то, что едят браманы, я ем лично. И поэтому я полностью согласен с вами, четверо кумаров, вы заслуженно прокляли этих привратников, потому что они вносили своим неправильным настроением вот это вот беспокойство в атмосферу Вайкунтхи. И я, более того, не то, что я готов разлучиться с ними, сказал Господь Нарайана, даже если моя рука причинит какое-то беспокойство браманам, я с готовностью отрежу себе свою руку. Казалось бы, все понятно. Что есть непонятно? Все правильно, и кумары должны были воспрять и проникнуться собственной правотой. Но чем больше они слушали слова Господа Нарайана, тем меньше они понимали вообще, что он говорит. Они не понимали. В их сердце, охваченном праведным гневом, начинало все больше и больше закрадываться сомнение, что это было не так. Как-то все правильно говорил Господь Нарайана. Слишком все как-то было безоговорочно в их пользу. И когда он дошел до этого последнего момента, когда он сказал, что я готов себе руку отрезать ради вас, они вдруг поняли, что для него значит разлука с этими джайи-джайи. Они для него как часть его тела. И для него разлучиться с ними то же самое, что просто руку себе отсечь. Но он ничего не сказал. Он даже намек не, как сказать, не дал понять четырем кумарам, что он не одобряет и неодобрительно относится к их поступку. Опытный преподаватель так действует всегда. Он извлекает истину, извлекает правильное понимание сердец своих учеников, чтобы они сами до этого доходили. Так вот, Кришна говорит, Парокша Вада, мне нравится имя сказание. Я говорю одно, думаю другое, делаю третье. Но преданные всегда довольны. Потому что они преданные. Даже когда я им даю особую милость свою, он говорит об этом в 10-й песне Шримад Бхагаватам, в разговоре с Махараджей Юдиштхирой. Юдиштхира спросил у меня, почему преданные бедные? Вот преданного Господа Шивы всегда богатые. Он бедный, они богатые. Но, видимо, поэтому он не бедный, раз, поскольку они богатые. Он бедный, он сидит под деревом постоянно, ему ничего не нужно. Они очень богатые. А у тебя, Господь, все наоборот. Ты почему-то очень богатый. Живешь в роскоши и великолепии на планетах Вайкунтхи. Что ж, про Вриндаву, говорит, там особая роскошь в Вриндаване. Она кажется очень простой. Шива Раднат Махараш вспоминает про эту роскошь и великолепие Вриндаваны. А когда он своих родителей в первый раз привез во Вриндаван, и когда его отец, очень богатый, аристократический человек, вышел из машины, и он сказал своему отцу, что здесь во Вриндаване нужно босиком ходить. Ну, отец остался в носках на всякий случай. Он вышел из машины, и когда его стопа касалась земли Вриндаваны, то первое, что он уступил, это была коровья лепешка. Он как раз в лепешку и наступил. Очень удачно, вы сказали, наверное. У него был другой мнение на этот счет у отца Раднаты Махараджи, но так или иначе. И там вроде бы в Риндавне ничего нет. Там коровьи лепешки и другие лепешки, которые сейчас встречаются, коровьи. Там какие-то веточки, цветочки, минералы, там что в играх Кришны? Это ничего. Молоко. Когда Кришна приходит в Матхуру, он кажется там, вот знаете, как люди приезжают с какой-то глухой деревни в Санкт-Петербург, идут по Дворцовую площадь, так смотрят на себя. Кришна также приехал такой простой мальчик из деревни. И даже преданные Господа Кришны, иногда слушая о его играх во Вриндаване, думают, а где же там богатство? По этому параметру Кришна точно уступает Господу Нарайане. И в играх читания Махапрабху был такой преданный, который постоянно пытался доказать, что Нарайана гораздо выше. Он, конечно же, делал это не для того, чтобы доказать правоту свою, но для того, чтобы пробудить еще больше, спровоцировать еще больше проявления величия и красоты Вриндавана. Это был Шивас Такур, Нарада Муни. Нарада вообще это провокатор профессиональный. Его так и называют сейчас в Южной Индии, если кого-то хотят назвать провокатором, его называют Нарадой. Это стало имя нарицательным сейчас. И он говорил, да что у вас там во Вриндаване? Ничего у вас там нет. Вот моя богиня процветания, моя госпожа, смотрите, как она великолепна, как она величественно одета, как она окружена роскошью, великолепием, ее служит ей постоянно, все с благоговением, почти там даже к Богу не относится с благоговением во Вриндаване. И он так говорил, и Господь Читания посмотрел на Сварупу Дамодару и сказал, Сварупа, ну скажи ему, докажи ему и покажи. И Сварупа Дамодара сказал, он произнес несколько стихов, описывающих величие Вриндавана. Он сказал, Чинтамани Шчарана Бушана Манганану. Во Вриндаване есть камни Чинтамани.
Не просто какой-то один камень где-то, где очень сложно его найти, но там все, с чем там не сделано. Вся земля, все камни, стены домов, потому что другого материала там нет, приходится из чинтамани делать там. И даже панир там делают, используя чинтамани как груз. И двери, чтобы они не закрывались, не открывались, берут камни чинтамани, ставят, чтобы они оставались в положенном им положении. И чинтамани чарана бушанам, и чтобы украсить свои стопы, то есть такой бросовый материал, не жалко потерять, если вдруг отвалится по дороге, используют чинтамани, жители Вриндавана. Чинтамани, каждый из них может просить любое место в Вайкунтху. Они использовали того, чтобы стопы украшать. И для других хозяйственно-бытовых нужд. Чинтамани чаранабушанам ангананам шрингара пушпа тарава тарава сурану. И все деревья во Вриндаване, вот это говоришь Шивас, что там деревья, что там цветочки, веточки, непонятно что, минералы какие-то. Вот все минералы разобрались, непонятно, что такое минералы там во Вриндаване. Чинтамани. Что с деревьями? Давай посмотрим. Что такое деревья во Вриндаване? Шингара пушпа тарава сурана, то есть они деревья желаний. И каждое дерево может исполнить любые желания, и каждое дерево самостоятельно может привозить любое место в Вайкунтху также. И для чего используют жители Вриндавана эти деревья? Это еще одно проявление или критерий богатства человека. Одно дело, когда он имеет какое-то богатство и трясется над ним, знаете, запирая в сейф, чтобы, не дай бог, никто не украл и даже не увидел. Но когда его богатство столько, что он может его просто направо и налево раздавать, и не убывает, вот это настоящее богатство. Шилопада рассказывал историю про человека, который, слугу, который жил в доме очень богатого человека, миллиардера. И каждое утро он убирался в доме, стирал пыль. У него была очень богатая мебель, стены были все инкрустированы драгоценными металлами, и люстры были... Прекрасные люстры, сделанные из самого высочайшего качества горного хрусталя. Самого прекрасного, самого дорогого. Этот слуга забирался на лестницу, и каждый день он протирал эти хрустали, или каждую там, неделю, от пыли. Он делал очень бережно, потому что каждый такой хрусталик стоил очень дорого. То есть ему пришлось всю жизнь работать на этого человека бесплатно, чтобы выплатить хотя бы цену одного из них. И как он ни старался, один прекрасный день он вдруг обронил один хрусталик. Он упал. Знаете, как это бывает, так летит, и ты видишь, как он летит. И он пытался его поймать, но он еще медленнее двигался, чем этот хрусталик. И не успел. Хрусталик упал на пол, разбился в дребезги. И он думал, какой кошмар, сейчас придет мой господин, и тут мне такое устроит. Может быть, он не услышит. Потому что и незаметно их много здесь. Ну, в конце концов, как-то, может быть, сойдет, но вдруг шагов. Звук приближающийся. Не то, что ближе, бегущих к этому месту. И слуга сжался на этой лестнице. Он сейчас меня повесит прямо здесь, на этой люстре. И он выбежал к господину, и слуга сжался. И господин спросил, что это было? И слуга не знал, что ответить ему. Он просто стоял молча, поникнул головой. И хозяин сказал, что это было, я спрашиваю тебя. И слуга от страха путая слова, говорил, это вот ваш хрусталик. И хозяин посмотрел на пол и сказал, а, вот что это было, брось еще один. Мне очень нравится звук. Он никакой на пол в жизни звука такого не слышал. Брось еще один. Это богатство. Это точно так же в Вриндаване. Что они делают с деревьями желаний? Они просят и не вымаливают ничего, они просто берут с них цветы и вставляют их в волосы. Ну, те, у кого есть волосы, не вставляют волосы. Другие части головы. Вот и все. И третье проявление Вриндаваны, Шивас Сабрупа Дамодара говорит в этом стихе, коровы. Шивас так ужаловался. У вас там минералы, цветочки, листочки, веточки какие-то, и коровы, лепешки. Что за лепешки там, что за коровы? Шингара пушпа таравах тарава сурана Вриндаванам раджадхану нану камадхену. Камадхену. Все коровы желаний или коровы сурага тоже могут любые желания исполнить. И что от них ждут жители Вриндавана? Просто молока. Ничего больше. Вот это совершенное богатство. Поэтому Кришна в этом смысле намного превосходит по богатству даже Господа Нараяну. Шивас Такур сразу замолк, как только он слышал аргумент, он этого и добивался на самом деле. Он замолк сразу, он уже больше не спорил. Истина была доказана. Но Кришна
самые богатые, но почему бедные-то? Преданные такие бедные. И Кришна отвечает на этот вопрос, Махараджи Риштхири. Потому что я не хочу, чтобы преданные были богатыми здесь. Я хочу, чтобы они были богатыми там. И он говорит, я сяхаману грихнами. Иногда преданные получают богатство от Кришны. Кришна дает ему как-то так вот нехотя. Если преданный очень-очень сильно просит, Кришна дает. Обычно немножко с опозданием дает, когда уже не нужно. То извини, я, то есть много у вас таких, пока доберешься до каждого, все заявки выполнишь. Но он делает это специально с одной важной целью, для того, чтобы помочь преданным вернуться в духовный мир, в духовную реальность. И поэтому он говорит Юдхиштхире Махараджу, я сяхаману грихами, харишьета дананшанайхи. Если я хочу кому-то одарить своей особой милостью, не той милостью, которую преданный как бы заказывает, вот мне, пожалуйста, такую милость, Кришна. То есть мы как бы наперед знаем, если Кришна дает нам что-то не то, он говорит, Кришна, я этого не просил. Повторяем Махамантру Харе Кришна каждый день. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это зов, это просьба. Просьба о том, чтобы Кришна занял нас преданным служением. И в конце концов, Кришна иногда начинает верить нам. И занимает. И он дает нам служение, мы говорим, Кришна, извини, я не совсем это служение имел. Я хотел другое служение. Так вот, Кришна говорит, что для того, чтобы помочь таким людям, в Шримад-Бхагаватам есть стих, в котором говорится, «Ситьян дишать артхитам артхитан ринам». Кришна выполняет желания всех своих преданных, кроме тех, которые приведут к тому, что преданные придут, и мы снова попросим о таких вещах. Поэтому он выполняет желания, материальные желания своих преданных так, чтобы преданные больше с этими желаниями к нему никогда не обращались. Сразу раз и навсегда. Так вот, он говорит Юдхиштхире Махараджу, «Если я хочу особую милость проявить свою Кришне, к преданным, особую, я сяхаману грихнами, тогда я постепенно, харишета данамшина, я отнимаю от этого преданного, все, что он или она считает счастьем или богатством для себя. Не только деньги, не обязательно деньги. Под богатством можно все, что угодно иметь в виду. Можно связывать ожидания на счастье с чем угодно в этом мире. С положением, с влиянием, с репутацией, с телесной красотой, с образованием, с ученостью, с отречением, в конце концов. Огромное богатство, отречение. Отреченным людям, знаете, сколько жертвует? Я тут езжу, я сейчас Шрила Ниранджана Махараджа. Один раз Шрила Ниранджана Махараджа на фестивале, на первом фестивале Евпатории, который прошел по такому новому формату, когда никаких взносов обязательных в фестивалях не было. Был первый эксперимент, преданные очень боялись. Потому что они боялись, что преданные, приезжающие на фестиваль, подумают, это бесплатный фестиваль. Знаете, как-то все так само собой срослось, и фестиваль бесплатный. И они говорят, это за пожертвование от вашего чистого сердца. Жертвуйте, пожалуйста, он. И преданные от чистого сердца ничего не жертвовали. Ну, замечательно, хороший фестиваль. Там кто-то пожертвует наверняка от чистого сердца. Я от чистого сердца не пожертвую. И преданные пришли в конце фестиваля, не в конце, а где-то в середине фестиваля, Ниранджана Махараджа, просто с черными лицами, потому что они влетели в такую сумму фестиваль. Они пришли и сказали, Махарадж, что нам делать? Это была идея Махараджа. Идея, его вдохновение, его просьба. Что нам делать? Минус там 20 тысяч долларов или около там. И пришли к нему и сказали, что нам делать. Махараш на следующий день прочитал лекцию. Она была плановой лекцией, и он рассказал мне о том, как важно для преданных собираться вместе служить о Кришне. И как слушание о Кришне самое главное, что чем живет преданный. Это питает душу, питает растение бхакти. И как мы должны быть очень благодарны преданным за то, что они организуют для нас такие возможности служить о Кришне в обществе других вайшнавов. Из уст чистых преданных. И всю эту лекцию полтора часа он ни разу не сказал слово «деньги», «финансы», «бюджет» или какие-либо синонимы этих выражений. Он говорил о важных вещах. И после лекции преданные обступили его плотным кольцом и стали бросать на него деньги просто вот так, дождем. За полчаса вся дыра в бюджете была закрыта полностью. Так что отречение, и что Махарадж себя раздает постоянно, все, что приходит, он сразу раздает. Это огромная ценность сама по себе. И Кришна говорит, если человек связывает свое счастье, ожидание на счастье с какими-то второстепенными вещами, с чем-то кроме меня. Он сам об этом говорит Господу Брахме во второй песне Бхагавата. Он говорит, что если человек считает что-то ценным, что не связано со мной, вот это и есть майя, отблеск света во тьме. Тогда Кришна говорит, я просто забираю это постепенно у такого человека. Здесь нужно оговориться, что степень постепенности он тоже сам определяет. Это может быть быстро постепенно или медленно постепенно, он забирает. Но это еще не милость. То есть не то, что он забирает милость. Дальше он говорит,
И тогда такой преданный, лишенный вот того, с чем он себя или она себя отождествляли, с богатством, или с красотой, с популярностью, с влиянием, с образованием, с отрешением, с отреченностью, со всеми этими второстепенными вещами, теми вещами, которые он или она думали, он занимает в служении Кришне, но которые на самом деле отделяли его от Кришны. Да? Когда вот это все он теряет, когда эта шелуха слетает с него или с нее, и он видит себя таким, какой он на самом деле есть. Маленькая, крошечная, одна десятичная кончика, ничего не будет, а волосы, то есть такая вот, знаете, маленькая вещь. И он видит, что ценность его самого по себе нулевая, пренебрежимо малая величина. И при этом он чувствует, что Кришне он почему-то очень важен, очень нужен. И поэтому он устроил все это в его жизни. Такой Кришна, такой преданный Кришна, говорит, он потерявший вначале богатство или дханам, все то, что он считал богатством в своей жизни, и потом вторым этапом потерявший всех тех людей, которые считали его важным по этой причине. Из-за богатства считали его важным человеком, или из-за красоты считали важным, или из-за отречения считали важным, и которые теперь отходят от него. Это облако последователей рассеивается. Да? Он остается один. Он остается один на один со своим положением и со своим свободным решением. И теперь вот в этот момент истина может выбрать, что для него по-настоящему важно. И Кришна говорит, что обычно преданный выбирает в таком состоянии. Он говорит, такой преданный просто приползает смиренно к преданным и принимает прибежище в их лотосных стоп. И вот тогда и там я даю ему особую милость. И дальше он говорит об этой особой милости. Шримад Бхагаватам, 10-й песни Бхагаватам. Господь Кришна описывает, что в чем заключается эта особая милость. Он говорит, это милость духовно совершенно, ничего материального, чисто духовная милость. Это милость анантакам, она бесконечна. Это милость сат, она абсолютно вечна. И там несколько других эпитетов, и в конце Кришна говорит, это милость сукшма. Означает очень тонкая милость. Для преданного очевидная, для других нет. И преданный просто понимает с благодарностью Кришне, спасибо тебе большое. И вот каждый должен получить такую милость от Кришны. Как получить такую милость? Может, кто-то другой расскажет об этом в следующий раз. Это же рисковый путь. Да. Вы уже на него уже встали, уже поздно. Даже если вы захотите, Прабхупада говорит в «Нектаре наставления», он говорит, что этот путь преданного служения настолько совершенный, что если человек на него встает, то он будет вынужден закончить его до конца. Так что... Все равно. Так вот, Кришна делает все и вмешивается в жизнь своих преданных так, чтобы ускорить их возвращение обратно к себе, в духовный мир. И Шримати Радхарани, мы должны сегодня сказать о ней. Мы говорили о том, что есть прямые тексты в Шримад Бхагаватам или в Бхагавадгите, вещи, которые сказаны прямым текстом, не допускающие каких-то превратных толкований. Есть порог Шавада, который Кришне очень нравится, он говорит иносказательно, преданный понимает, да, мы поэтому сказали о милости. Он говорит, сукшма, очень тонкая милость, преданный понимает, что он это имеет в виду. Никто другой не понимает, говорит, что он радуется. Нищие, непонятно чем живущие, вегетарианцы там, преданный очень доволен. Но дальше еще одна вещь есть. Еще самые сокровенные тайны, самые сокровенные темы просто обходят молчанием. Говорить ничего не нужно. И Шримад Бхагаватам, который является изложением Кришна Таттвы, устами Шукадева Госвами, устами одного из самых близких спутников и приближенных слуг Шримати Радхарани, как мы знаем из предыстории Шукадева Госвами, он был попугаем Шримати Радхарани в Враджа Лиле. Шукадева Госвами, говоря Бхагаватам, говоря о Господе Кришне, он смотрит на него глазами Шримати Радхарани. Он описывает его сердцем Шримати Радхарани, как сама Шримати Радхарани признается Господу Кришне в Читане Чаритамриты, на страницах Читания Чаритамриты. Кришнадаская Вираж Госвами говорит устами Шримати Радхарани, или наоборот, Шримати Радхарани говорит устами Кришнадаская Вираж Госвами. Она говорит, люди, большинство, люди любят умом, у них сердце в уме. Они создают кого-то в своем уме и любят вот эту личность. И потом, когда эта личность расходится, их представление с реальным прототипом, они испытывают большое разочарование. Люди любят умом.
И любя умом они почитают, что они могут получить за свою любовь. Но Шримати Радарани говорит, а я люблю тебя Вриндаваном. Она сказала Господу Кришне на Курукшетре. Когда они пришли туда, на Курукшетру, все преданные Господа из Вриндаваны, Нандага Махарадж, Ишода Мата, и Гопы, и Гопи, и Шримати Радарани, и Гопи все, возглавляемые ей, пришли туда. И рассказывая, что они шли по дороге на Курукшетру, они думали, вот сейчас мы придем, увидим Кришну на Курукшетре, и мы скажем ему то, мы скажем ему это. Они продумали все логические аргументы, которые убедили бы Кришну вернуться обратно во Вриндаван. Но когда они увидели его, все аргументы были забыты. Они смогли сказать, ладно, счет это ничего. Они могли сказать, Кришна, ну как же так? И заплакали. И вот это выражение чистых трансцендентных эмоций, преданных Кришне во Вриндаване, делает наше понимание Бога, наше понимание описания Господа Кришны гораздо более возвышенным и глубоким, чем описание Бога в любых других, даже вайшнавских сампрадаях. Во всех любых других вайшнавских сампрадаях, практически во всех, Бог это самодержит, это властелин, всемогущая личность, все служит Ему. Но Шримад Бхагаватам глазами Шримати Радхарани, глазами Шукадевы Госвами описывают Господа Кришну как смиренного слугу своих преданных. И поэтому имя Шримати Радхарани практически не упоминается в Бхагаватам. Не то, что вообще не упоминается. Нет места, где бы она бы упоминалась явно. По этой причине. Это глубокая тайна, которую Шукадева Госвами обходит в глубокомысленном молчании. Есть другая причина этому, как описывает Ачарья. Если бы он допустил хотя бы раз произнести имя Шримати Радхарани, он не смог бы закончить описывать Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшит. У него было всего 7 дней, и в 7 дней он бы точно не уложился. Он бы застыл в трансе на полгода. И поэтому Шукадева Госвами сознательно избегал упоминания имени Шримати Радхарани. Но этого не нужно. Этого не нужно. Потому что описанный его словами, его устами, Господь Кришна на самом деле является тем Кришной, каким мы видим Шримати Радхарани в Шримад Бхагаватам. И поэтому каждый, кто читает Шримад Бхагаватам, как здесь Шрила Прабхупада говорит, от начала до конца, с первой песни до последней, все шлоки, от первой шлоки «Дхарма джасья ятон ваяда тараташ чархеша пигьях сварат» до последней «Намо санкиртана яся». От первой до последней шлоки, в каждом шлоке, в каждой слоге Шримад Бхагаватам нет ничего, кроме чистой любви Господа Кришны к Шримати Радхарани и Шримати Радхарани к Кришне. Но эта любовь не такая, которую усваивает механическим зазубриванием или изучением, анализом, информированностью. Большая ошибка начинающих преданных в том, что они информированность принимают за реализацию или за сознание. Как есть философия, что Шрила Прабхупада не описывал анартха-неврити в своих комментариях. Есть мнение такое. Прабхупада не описывал анартха-неврити в своих комментариях. Поэтому человек не может пройти анартха-неврити, не читая комментарии Шрилы Прабхупады. Читая комментарии только Шрилы Прабхупады. Для того, чтобы пойти на Анартхамити, нужно знать, как этот процесс проходит. Необходимо читать комментарии Бхактивинода Тхакура. Мы слышим эту философию, но это не так. Анартханеврити – это процесс, который сам собой протекает, когда живое существо, оскверненное, обусловленное живое существо, соприкасается с источником чистого звука. Это то, что Шри Ришнанда Чакраварти Тхакур называет в комментариях к третьей песне Шримад Бхагаватам, он называет «Анартха Ниварана Катха». Есть анартха неврити, означает уничтожение анартх. Он говорит, когда преданные собираются друг с другом вместе и беседуют о Кришне в любых его воплощениях, будь это Вараха, Нрисимха, будь это Господь Рамачандра, будь это Господь Кришна, будь это просто Пурушаватары, просто Пурушаватары. Да? Любые темы, которые берутся из Шримад Бхагаватам, пропитаны тем же самым чистым чувством любви Кришны к Шримати Радхарани и Шримати Радхарани к Кришне. И поскольку целью Шримати Радхарани, ее единственным смыслом, как она видит своего существования, мы прочитаем, чтобы, опять же, как я оговорился, не говорить ничего своими словами, прочитаем об этом из читания Чаритамриты. На этом закончим. В том, чтобы все полюбили Кришну. В этом ее цель. В читании Чаритамриты Кришнадас Кавираджа Госвами говорит удивительную вещь. Он раскрывает психологию духовного мира. Психология материального мира очень понятна нам. Она сводится к одному простому слову. Однажды у известного, я не помню, кто он был, по-моему, Ховард Хьюз, но очень известный магнат, очень богатый человек, миллиардер. У него спросили, какое ваше кредо в жизни? Вот есть какая-то формула? То, что на санскрите называется Парибаша-сутра.
какая-нибудь Парибаша Сутра у вас есть какая-то, которая выражает цель вашего существования, главный принцип, соответствовать которому, да, или поддерживать который должны все остальные поступки, желания, мысли, чувства, все, общение, усилия. Есть у вас такая Парибаша Сутра? Он сказал, есть. А как она звучит? Очень просто. Больше. Больше. Все. Ничего больше не нужно. Это психология материального мира. Больше. И когда у меня не получается больше, потому что кто-то мешает, он становится врагом. Психология материального мира. Но психология духовного мира раскрывается в комментариях Шрилы Прабхупады и в описаниях духовного мира, в читании Чаритамриты, где Кришнадаски Вираж Госвами говорит, что когда Шримати Радарани служит Господу Кришне, она испытывает огромное наслаждение, огромное счастье. Тем счастьем, которое оно доставляет Господу. Важная вещь. Мы должны еще раз подчеркнуть. То счастье в духовной жизни, которое мы испытываем, оно не наше счастье. Говоря о вкусе к духовному, вкусе к святому имени, мы не говорим о нашем гастрономическом вкусе, который испытывает язык. И не нужно этого ожидать, мы будем горько обмануты. Это не тот вкус. Но вкус к святому имени – это когда мы повторяем так, что Кришне нравится, когда мы повторяем его имена. И этот вкус становится нашим. То счастье, которое он испытывает. Или даже не счастье, но хотя бы внимание. Хотя бы благосклонность. Как в Индии, когда мы приезжаем туда, те из вас, кто были там, знают, стоит белому человеку появиться в некоторых местах Индии, в святых дамах, например, вас сразу облепляют детвора. И они начинают таскать вас за карманы, за руки, за ноги, за сари. Пожалуйста, там, дай денег, дай денег. И в конце концов, когда нам надоедает, на, денег. И они убегают. Но Кришна относится к нашим, я думаю, попыткам служить ему примерно так же. Там, говорим, Харе Кришна, Кришна в конце концов дает нам возможность служить себе. Вот с таким чувством иногда. Вот так или иначе. Мысль, как я напрягся. Это мы уже сказали. Да, говорится, простите, пожалуйста. Анартха Ниварна Катха. Да. Шри Вишнададжи Гаурти Такур говорит, что это Анартха Ниварна Катха. Нивартана Катха означает, что когда вайшнавы собираются и обсуждают друг другом деяния Кришны вместе. И вот само по себе это обсуждение, само по себе это общение с преданными на темы, связанные с играми Кришны, является процессом анартха-ниврити. Оно проходит незаметно само по себе. Это изменение или и очищение нашего сердца от анартха. И при этом преданные должны собираться и слушать. Да, и Шримати Радхарани, мы вот о чем говорили. Когда она служит Кришне, она испытывает огромное наслаждение. И наслаждение тем, что доставляет радость Кришне. Но когда, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, когда она подталкивает или привлекает или как-то вдохновляет других служить Кришне, то она испытывает от их служения Кришне и от самого факта того, что она их привела к служению Кришне. Он дает точную формулу в 10 миллионов раз больше счастья. В 10 миллионов раз больше счастья. Когда ей удается кого-то приблизить к Кришне и сделать его преданным. И Шрила Прабхупада однажды он тоже говорил эти возвышенные темы, на которые он говорил крайне редко. Однажды он приехал во Вриндаван, и он стал давать лекции вот, о Шримати Радхарани, о Расалиле, о Гопе, о матери Ишоде. Но когда он узнал, что преданные на Мангаларасе не поднимаются, и джапы не читают по утрам, он перестал говорить об этих темах. Он стал говорить, тело, душа, вы не тело, вы душа, вы должны исследовать пасадну бхакти. Такие темы, очень актуальные стал говорить. Но иногда он проявлял это настроение, это чувство, и помогал преданным соприкоснуться с ним. Однажды он стоял... Сидел с преданными, стоял с преданными, обсуждал Шримати Радхарани о том, о ее милостивой природе, которая заключается в том, что Шримати Радхарани готова закрыть глаза на наши недостатки даже. И она готова, просто видев в нас зерно искренности, приблизить нас к Кришне. И он сказал, поэтому Шримати Радхарани стоит в такой позе, с рукой, вытянутой в Абхая Мудри. Абхая Мудри, да? Абхая Чарна Мудри. Абхая Мудри означает «ничего не бойся». Просто попытайся служить Кришне. Я очень рада. Говорит, любой твоему желанию и попыткам служить Кришне искренне и с чувством. И когда это происходит, то Вишнуджана с вами давал лекцию на эту тему, и Ниранджана Махараш не часто объяснял ее в течение последнего года, о том, что Шримати Радхарани любое служение, которое предлагается Кришне, увеличивает многократно. Увеличивает многократно и предлагает Кришне что-то очень ценное.
Сам по себе Кришна не принимает служение от тех, кто не находится на том же самом уровне трансцендентности, что и он. Джива Госвами объясняет это, говорит, «Надева дева марчает». Человек, который не достиг такого же уровня божественности, полной абсолютно чистоты, свободы от любого рода оскверняющих эмоций, типа камы или зависти, вожделения или зависти, не может служить Кришне лично. Кришна не примет служение от него. Он даже говорит больше, он говорит в Бхакти Сандарбе, что Джива что Господь Кришна, он как солнце, и солнце состоит из света. У света нет ни капли тьмы. Поэтому никакое материальное чувство, никакой материальный орган или усилие не могут дотянуться до него. И поэтому Джива Госвами говорит, Кришна не знает о страданиях материальных, живых существ в материальном мире. Эти эмоции не достигают, он не дотягивается до него, потому что он свет. Свет и тьма – принципиально разные вещи. И поэтому у нас нет никакой надежды служить ему, верно? Верно было бы, если бы был только Кришна и мы. Но поскольку есть Шримати Радарани, есть преданные, которые представляют ее, которые делают нас достойной милости Кришны, которые любое, даже самое незначительное служение, которое мы оказываем и Кришне, увеличивают многократно и представляют Кришне как что-то очень ценное. Вот это наша надежда. И сам Шрила Прабхупада тому пример, когда известная история, когда в самом начале движения на 22-й авеню читал лекции, его аудитория была такая вот не очень стандартная вайшнавская аудитория, скажем так, хиппи с длинными волосами, и чередовавшие лекции по Бхагаватам с другими занятиями, не совсем вайшнавскими, преданные рассказывали, что даже получив инициацию, они сбегали в соседнюю лавку, там где в кафе, где поили кофе, и там были вкусные булки, они ели булки, пили кофе и подглядывали на витрину, чтобы Прабхупада не заметил. Когда Прабхупада проходил мимо, они прятались под столы, чтобы Прабхупада не увидел, что они там занимаются тем, чем не должны. И вот такая была аудитория, когда однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, и вдруг распахнулась дверь, и вошел человек, который был одет, в принципе, достаточно богатым, но очень неопрятно, неухожен, и от него разило перегаром. Он вошел, увидел эту сцену, и ученики напряглись, они были готовы прийти на помощь Шриле Прабхупаде, потому что непонятно было, что ожидать от него. Этот человек подошел, качаясь к помосту, на котором сидел Шрила Прабхупада, и подошел, стал смотреть на него в упор, и потом полез в карман. И Мукунда вспоминал, он сидел рядом с ним, вспоминал, что он был готов броситься и свалить, потому что там мог оказаться нож или пистолет, что угодно. А человек достал рулон туалетной бумаги и сказал, вот вам. Шрила Прабхупада сказал, ну, замечательно, большое вам спасибо, поставьте туда. Он отнес это вот в туалетную комнату, поставил туда этот рулон и сел, и стал слушать лекцию Шрилы Прабхупады. Начало духовной жизни. Прабхупада мог много чего ему сказать в этот момент, но он сказал ему то, что вдохновило его, и что сделало этот, может быть, даже неосознанный шаг с его стороны очень важным служением. Кто знает, если это человек? Может, он один из нас здесь? Шрила Ниранджана Махарадж пошутил однажды про свою собаку, но собака была. И она получила много милости от него, от вайшнавов. Он сказал, кто знает, где эта собака? Может, это один из моих учеников сейчас? Так иначе, я бы не стал на вашем месте быть таким безапелляционным, кто знает. Но в этом проявлении Шримати Радарани актуальное для нас. Мы не знаем и не можем, по крайней мере, я точно не могу обсуждать с вами те сокровенные игры Кришны Шримати Радарани в духовном мире, описанные в Говинда Лиламрите. Когда Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур захотел напечатать Говинда Лиламриту, пришел с этим предложением к Бхакти Винод Такуру. Бхакти Винод Такур сказал, напечатай два экземпляра, себе и мне, мы будем читать. Он даже более серьезные вещи сказал, он сказал, что все эти великие книги великих ачарий, описывающие сокровенные игры Шримати Радарани и Кришны, для мира было бы гораздо меньше вреда сжечь или уничтожить эти книги, чем отдавать их в руки недостойных людей. Эти игры Шримати Радарани и Кришны кажутся чем-то очень похожим, близким нам, но это очень опасное заблуждение. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур приводил пример, что слушать игры Шримати Радарани и Кришны во Вриндаване таким грязным сердцем и грязными ушами, это все равно, что прийти с духовым оркестром на кладбище и играть там какие-нибудь замечательные симфонии. Кто будет танцевать под эти симфонии? Только духи и привидения. И точно так же
эти звуки игр или описание игр Шримати Радхарани и Кришны и Гопи во Вриндаване в неочищенном сердце будут лишь приводить к росту и, так сказать, возбуждению этих духов материальных желаний. Бхукти мукти сприхаяват, пишачих ливартате, бхукти мукти, желание наслаждения, желание освобождения. Поэтому Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивает, и мы поэтому выбрали этот комментарий сегодня, о том, что для нас стать достойным слушать об играх Шримати Радхарани и Кришны, Шримати Радхарани, которая не упомянута в Бхагаватам, вернее, упомянута, но особым образом, мы сейчас об этом скажем, означает слушать о Шримад Бхагаватам и Шримад Бхагаватам из уст достойных преданных от начала до конца. И благодаря тому, кому постоянному слушанию, мы сможем заслужить доверие со стороны тех обитателей духовного мира, Вриндаваны, которые спустятся сверху и откроют нам дверь, и пригласят нас туда сами, и скажут: «Теперь ты можешь войти, теперь ты достойна, или ты достойна». В эту дверь не вламываются отсюда. Ее открывают оттуда изнутри и приглашают. Это называется рага-марга. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил об этих темах, связанных с Шримати Радхарани, Кришной, Гопи, во Вриндаване, как о рага-марге, как о том, что мы бережно несем на своей голове. Бережно несем на своей голове, ожидая момента, когда те там, наверху, сочтут, что мы достойны слушать о них и принимать в них участие. И для нас очень важное заключение из Шилы, из читания Чандрамриты Шилы Прабодхананда Сарасвати Такура. Он дает очень важный и важный стих, приводит очень важный стих в этой книге, очень вдохновляющий. Он говорит: «Ядха, ядха, гаура, падара, венды. Виндета, бхактим, кринь, крита, пуни, раши. Тадхат, тадхат, царпати, хрит, акасмат, радха, падумбаджа, судамбу, раши». Он говорит, что нектар, стекающий с лотосных стоп Шримати Радхарани, он говорит, сам собой акасмат внезапно откроется в нашем сердце, когда мы просто посвятим себя чему? Ядха, ядха, гора, падара, венде. Преданному слову. Можно я закончить?